Всем привет! Давайте сегодня приготовим гуляш как в садике. Для этого возьмем говядину, нарежем на кубики. Возьмем лук, мелко нарежем. Возьмем морковь, натрем на терке. Разогреем сковороду с подсолнечным маслом, выложим на нее мясо и будем обжаривать в течение 10-15 минут. Затем добавим лук, обжарим 2-3 минуты. Затем добавим морковь, обжарим в течение минуты. Добавим воды и будем тушить в течение 1 часа. В стакане с теплой водой размешаем томатную пасту, размешаем сметану, размешаем муку. За 5 минут до готовности добавим соли, все тщательно перемешаем, добавим лавровый лист и черный перец горошком и будем тушить еще 5 минут. Затем вольем смесь из стакана, все тщательно перемешаем и будем тушить 5 минут. Гуляш, как в детском садике, готов. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!